Здравствуйте, меня зовут Татьяна Степановна Гузон. Я врач-стоматолог клиники премиум-класса для детей и взрослых Dental Fantasy. Очень часто пациенты задают вопрос, почему образуется налет? Ведь я чищу зубы 2 раза в день. Ну что тут ответить? Да, нам с детства твердят, надо чистить зубы 2 раза в день. Это мы все усвоили. И, конечно же, важно, сколько раз в день мы чистим зубы. Но не менее важно и то, как мы это делаем. Только 10% людей правильно чистят зубы. При этом кариес есть у 98% людей, так говорит статистика. И вывод напрашивается сам собой. Мы не умеем удалять зубной налет. Мы неправильно чистим зубы. Мы делаем неправильные движения при чистке. Мы чистим недостаточно тщательно или недостаточно часто. Используем неподходящую зубную щетку, нить. Используем неправильную и даже вредную зубную пасту и ополаскиватель. Поэтому на приеме я всегда провожу обучение самостоятельной гигиены полости рта. Даже если домашняя гигиена налажена, профессиональная чистка необходима. В труднодоступных местах налет и особенно зубной камень проблематично, а порой даже невозможно удалить самостоятельно с помощью зубной щетки. Согласно исследованиям, при обычной гигиене полости рта в домашних условиях удаляется от 60 до 85% налета и остатков пищи. Поэтому мы рекомендуем раз в полгода проходить еще и профессиональную гигиену. А если вы курите или пьете много кофе, носите брекеты, это нужно делать чаще, раз в 3 месяца. Будьте всегда здоровы и приходите на профессиональную чистку в клинику Dental Fantasy. И чтобы записаться на прием в клинику Dental Fantasy, пожалуйста, нажмите на кнопку. Узнайте больше о том, как сохранить здоровыми зубы ваших детей. Подпишитесь на канал Dental Fantasy TV или выберите следующий видеоролик для просмотра. Я стала ждать зубную фею, когда она придет еще в Dental Fantasy показывать мультики. Они ценят ответственную команду опытных врачей, современное оборудование, отличную диагностику, эффективное лечение.